Отпустили мы уже немножко с наших заготовок. Вон там еще одно лежит, гнездышко. Вот, такие вот у нас гнезда выходят. Длина его, или ширина, длина 75 сантиметров где-то примерно, потому что сетка 1,5 метра была, пополам поделили. Вот, а внутреннее отверстие, то есть где будет птица сидеть, довольно большое, соответственно, чтобы еще можно было вовнутрь подстелить туда соломки. На изготовление этого гнезда сейчас у нас уходит где-то минут 10-15, вот, потому что мы за эту солому, которая торчит, сейчас покажу, не обрезаем, а затрамбовываем внутрь. Все вот эти штыри, которые торчат при обрезке, мы загибаем и стягиваем еще дополнительно по периметру 4 стяжками. Итого у нас на одно гнездо уходит порядка 16 стяжек. 4 закрепляем основу и по внутреннюю, внешнюю, и по 4 по бокам. Вот. Соответственно, такие вот гнездышки у нас получаются. Сейчас я поставлю камеру в положение на рабочий стол на наш. Вот, направлю вниз, и мы с моим другом, с Димой, приступим к изготовлению очередного гнезда, да. Вот, я думаю, хорошо сейчас будет видно через телефон. Я буду попутно комментировать, что я делаю. Ну, соответственно, смотрите внимательно и слушайте. У нас кусок, как я уже говорил, 2,20 на 75. Соответственно, можно сделать, кстати, чуть покороче, 2,15 или 2,10. У нас получился большой запас. Но это все зависит от толщины слоя, который вы будете класть. Как мы делаем? Отсчитываем, у нас 78 сантиметров. Мы считаем по ячейкам, так удобнее. 12 ячеек отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И загибаем вдвоем. Делать это вдвоем гораздо удобнее. То есть загнули. Это у нас получился внутренний диаметр гнезда. Теперь берем 4 стяжки. Почему стяжки? Стяжками намного быстрее и эффективнее, мне кажется, чем проволокой. Хотя насчет долговечности я не знаю. И фиксируем по диагонали на вторую, не на крайнюю ячейку, а на вторую ячейку. Потому что если вдруг отвалится сетка сварная, разъединится, то хомут на второй в любом случае всегда останется. Вот. Используйте стяжки, которые у вас есть. Не обязательно там искать какие-то супер-пупер. Вот. Ну и желательно, чтобы стяжки были нормального качества при этом. Не открывались в обратку. Надо было чуть-чуть полевее, ну ладно, нормально. Полевее, это не все. То, что вот здесь торчат штыри, мы их не трогаем, потому что это у нас уходит в прослойку. Эти штыри, они у нас вязнут в прослойке. Лишнее обрезаем. Это у нас внутренний диаметр уже сформирован. Вот. Обрезайте низы под лицо, а оставляйте немножко вот здесь вот кончики хомутов, стяжек. Теперь кладем это все на рабочий стол таким образом и начинаем укладывать солому. Да, укладывать, заполнять начинкой. Соломка у нас тут такая. Солому мы используем овсяную. Вот. Побольше укладывайте на края, чтобы на краях не было просветов. Укладываем и одновременно потихоньку подворачиваем, подтрамбовываем и подворачиваем гнездо само. Солому кладем вдоль, ну, вернее, поперек самой сетки, чтобы
так как у нас ячейка крупная, вот, чтобы она у нас не вываливалась. Когда она будет стоять, гнездо будет стоять на водоеме. Подтрамбовываем равномерно, одновременно вот этой рукой подтягиваем. Сетку поплотнее прижимаем, чтобы наш слоеный пирог не развалился на ветру, на сильном. Можно использовать, наверное, не только солому. На американских ресурсах там даже есть какое-то предпочтение, что использовать лучше, а что вторично. То есть при этом, когда закручиваете, смотрите, чтобы равномерно закручивалась та сетка, чтобы гнездо у вас не уходило в сторону относительно основы. Даже если у вас будет там сыроватая солома попадаться, в этом нет абсолютно ничего страшного, потому что на ветру все равно она промокнет и просохнет за сезон не один раз. Я думаю, достаточно. Давай еще чуть-чуть сюда. Все? Он хороший. Приветствую. Вот. Давай еще чуть-чуть положим. Сейчас я разверну гнездо. Трамбую. Плотнее закручу. Может, и не надо. Плотнее, когда закручиваешь, о, не надо, видишь. Даже лишнее осталось. Лишку уберем. То есть вот у нас более-менее ровно сейчас. Да! Производство налажено. Надо подтягивать. Так, теперь берем стяжку и точно так же. А ты держи, а я стягиваю. И точно так же не за крайнюю, а за вторую ячею мы без соломы стараемся продевать нашу стяжку. Так, есть. Ну, нормально. Есть. И оно уже довольно нормально держится. А здесь сейчас разойдется, когда затыкивать будет. Края она растянется. Фиксируем по 4 стяжки. Вот. То есть 1, 2, 3. И сейчас еще вот здесь по центру. Так будет надежнее. Вот. А потом с этой стороны будет все равно крепиться основа, на которую гнездо будет устанавливаться на водоем. То есть будет еще крепче конструкция. Вот. Получилось у нас такое вот гнездышко, торчащий с этой стороны соломой. Я вам советую ее не обрезать ножнями, а взять, поставить гнездо, как вам удобно, и вот таким вот движением ее туда затрамбовать, вот эти кончики. Так оно будет еще плотнее с краев. Вот, то есть мы сейчас это все дело так затрамбуем туда. Чуть, наверное, пониже, не видать. Вот, вот здесь вот. Вот так затрамбовываем. Туда загоняем что-то в одну сторону, что-то в другую. Видно? Да, вот так сейчас я камеру приподниму, чтобы было нас видно, как мы финишируем изготовление. Вот. Ну, маленькие пускай торчат, ничего страшного. Теперь берем опять 4 стяжки. И друг на друга
напротив друга, стягиваем стяжками для дополнительной прочности конструкции, чтобы солома меньше отсюда вылетала. Не сильно стягиваем, чтобы не перетянуть сильно и не нарушить форму. Вот таким образом мы подготавливаемся, проводим мероприятие по биотехнии, да? Чтобы осенью можно было, осенью можно было спокойно. Вот, это никакой... И с этой стороны то же самое. Забиваем. Только здесь у нас, когда мы сетку делили пополам, еще торчат штырьки, которые тоже нужно загнуть, чтобы птица не поранилась. Вот они. Кстати, ну, и когда будете работать, работайте в перчатках или без перчаток с осторожностью, чтобы не воткнуть себе под ноготь этот штырь. Потому что пальцы могут соскочить и можете поранить себе руки. Это прям много. Излишки. Ладно, ничего страшного. Это нормально. Теплее будет. Теплее будет, да. И теперь загибаем. Те, которые загибаются, загибаем. Те, которые отламываются, выкидываем в мусорное ведро. Потому что этот штырек колесо проколет на раз-два. Если вас его найдет все в колесе. Нас поругает. У нас может острие. Так. Ну как бы это из нюансов. Вот именно вот эти штырьки загнуть, потом оставить кусочки стяжек, не крепить на крайнюю, крепить на вторую, потому что может развалиться со временем, например, отойти, и все, тогда стяжка пропадает и все теряется. Следующее, что я вам хотел бы показать еще на видео, это когда то, как мы будем их ставить, ну, подготавливать уже к установке, именно крепить платформу установочную с возможностью быстросъема. Вот. И а вот это что же? Да, внутренний, наоборот, туда загибаем, нормально. Вот. И потом третья часть будет установка на воде. Первая будет по изготовлению, как я вам уже показал, что это не так сложно. И при наличии времени это можно сделать каждому охотнику, у кого есть рядом где-то водоем или еще что-то, болото. Вот. А вторая часть будет видео уже непосредственно с работы с платформой. И третья установка на месте на водоеме. Так что смотрите видео, подписывайтесь, стройте гнезда. До скорых встреч. Забыл еще вам сказать напоследок, что кончики потом, когда уже все затянули, обрезаем со всех сторон, где они у нас торчат. Не прижал. Кончики обрезали, оставили где-то там по сантиметру, по пол запаса. Мало ли стяжка проскочит, чтобы она не свалилась совсем. Вот. И проверили соосность внутреннего гнезда. Сейчас оно у нас яйцом. Должно быть видно. Чтобы его выпрямить, там вот так вот подавили с одной стороны. Подавили с другой стороны яйца. Теперь у нас получился ровненький кружок в диаметре. Вот такое вот гнездышко. Погода теплая стоит.
Вот. Поэтому можно работать хоть весь день. Вот такие вот гнездовья. Пока без основы. Планируется нашей командой изготовить такие 4 гнездовья. Фута 4, говорю. Это я сейчас мысленно думаю, сколько мы сделали. 30 гнездовий будем выставлять, готовить и следить за ними, за результатом. Всем пока.